красивая, настоящая, большая, большой человек с великолепными мозгами, великолепными. Это и актриса, это и педагог, это удивительно красивая женщина, красивая внешне и, может быть, более всего красивая внутренне. Она была так умна, так талантлива и так красива, и Бог ей дал еще терпение. Здравствуй, Нина. Наконец. Давно пора. Неужели так поздно? Я жду тебя уж целый час. Серьезно? Ах, как ты мил. Я думаю, глупец. И на тебя ничем. Он ждет себе, а я... Ах, мой творец, да ты опять не в духе. Смотришь грозно, и на тебя ничем не угодишь. Скучаешь ты со мной розно, а встретимся ворчишь. Скажи мне просто, Нина, кинь свет, я буду жить с тобой и для тебя. Зачем другой мужчина, какой-нибудь бездушный и пустой, бульварный франт затянутый в корсете с утра до вечера, тебе встречает в свете? А я лишь час какой-нибудь на дню могу сказать тебе два слова. Скажи мне, я готова. В деревне молодость свою схороню. Оставлю балы, пышность, моду и эту скучную свободу. Скажи лишь просто мне, как другу. Ну, куда меня воображение мчат? Положим, ты меня и любишь, но так мало, что даже не ревнуешь никому. Как быть? Я жить привык беспечно, и ревновать смешно. Конечно. Ты сердишься? Нет, я благодарю. Ты опечален? Я только говорю, что ты меня не Тамару Федоровну Макарову я увидел впервые, конечно же, в кино «Мальчишкой», в фильме «Семеро смелых». Это фильм, который смотрели мы по нескольку раз, может быть, и не 10, может быть, и 20 раз смотрели. И, конечно, всем ребятам хотелось было походить на этих героев. Мне очень хотелось быть вот таким поваром, как Олейников в этой картине. И я понимаю, как девочки смотрели на эту картину. Они, конечно же, себя сравнивали или сопоставляли с Тамарой Федоровной Макаровой. Ну вот. Вкусно. Очень вкусно. Теперь уже звонишь по всему зимовью. А тогда еще одну, Танька, мы не скажу. Ну. Ну, возьми вот эту маленькую. Чего? Приличная оладья, что там? А говорить оладьи. Оладьи. Первый раз слышу. Доня, держись, 5 курдов, двери береги, береги, Жень. А Сашка, где товарищ? Саша. Все, все в порядке. Саша, нос не держи. Yeah.
тебе придется прыгать! Понимаете, мне трудно быть объективным, то есть, может, я и буду объективным, но сам не способен судить, так с Тамарой Федоровной я слишком близкий человек в течение очень долгого времени, да по сути всей жизни. Я бы сказал мне, если говорить кратко, что она человек необыкновенно заботливый, что, вообще-то говоря, очень важно для педагогической профессии, так как без этого вообще ничего не получится. И она в отношении всех выпусков, какие были с нами, нами совместно с нею сделаны, она всегда в этом смысле была, что ли, матерью родной, как говорят студентам. Это уж я должен свидетельствовать. Не только потому, что она защищала их интересы, когда мы решали судьбу того или иного студента, оставить его на дальнейшее учение или после первого курса очистить вследствие очевидных, так сказать, слабых способностей, она действительно заступала всегда. Но и не только поэтому, потому что здесь речь идет о чем-то большем. Она способна на то, чтобы понимать их скрытые интересы, которые не каждый способен обнаружить, особенно, скорее всего, касается молодых девушек. Она как-то тонко понимает их духовное состояние в тот или момент, иной момент жизни. Это все очень тесно связано с профессией. По этой причине я думаю, что вот эти главные черты, которые свойственны, делают ее педагогом крупного масштаба. Авторитет ее был для нас непререкаем, мы просто все восхищались, и о девочке, ну, часто пытались подражать и обезьяничали. А я Тамаре Федоровне обязана очень многим, потому что я была самой маленькой на курсе, младше всех, и мне приходилось очень трудно. А поначалу просто иногда так тяжело, что я была в полном отчаянии. И вот благодаря ей, благодаря ее терпению, такту, как-то у меня все наладилось в жизни. Я шла на ее репетиции, понимая, что всегда каким-то словом она поможет. И, в общем-то, не только, наверное, в творчестве. Она стала нашим очень большим другом и была посвящена во все наши радости, горести, не только творчески. Она для меня очень-очень дорогой, близкий человек. Это была большая школа для нас, девочек, которые приехали из казацких станиц, из Харькова. У нас не было ни одного москвича. Через время, через годы, я поняла, что Тамара Федоровна, именно она была первым и настоящим учителем для меня, которая с собой рассказала, какой должна быть женщина, актриса, как она должна владеть своим телом, лицом, собой. Поход. Тамара была всегда ровная, с походкой, великолепна. Боюсь осквернить тебя прикосновением, боюсь, чтобы тебя не испугал ни стон, ни звук, исторгнутый мучением. Тогда ты говоришь, меня не любит он. Ты странный человек. Когда красноречиво ты про любовь свою рассказываешь мне, и голова твоя в огне, и мысль твоя в глазах сияет живо, тогда всему я верю без труда. Но часто... Часто? Нет, но иногда. Я сердцем слишком стар,
слишком молода. Но чувствовать могли бы мы ровно. Помнится, в твои года всему я верил. Я знаю, конечно, все роли Тамары Федоровны Макаровой. Но для меня самая блистательная ее работа в фильме «Учитель». Тамара Федоровна – крупнейшая актриса. Она характером интересная актриса. Придется побеспокоиться, а то без тебя как бы и круг не в круг. Где же? Вот она как, не говоря худого слова, прямо берет и ведет. В этом походке вижу твою Тамару Федоровну Макарову как внимательного, чуткого педагога. И теперь уже не грех открыть небольшую тайну. Я в Тамару Федоровну был влюблен не только как педагога, а как в очень красивую женщину. Это влюбленность в истинность красоты, в истинность поведения, в истинность отношений, потому что Тамара Федоровна всегда излучала добро к нам. И пристрастие чисто материнское, может быть, чисто женское пристрастие к ребятам. Ведь все мы для нее, в общем-то, дети. Что же ты, Данилушка, не ушел? Все равно не женюсь на тебе. Люб ты меня, Данилушка. Неуж я тебе не понравилась? Похаять не могу. А только Катя мне теплее к сердцу припала. Да Катя о тебе и думать забыла.
Этому ни в жизнь не поверю. Вот ты какой. Молодец, Данилушка. Не променял ты свою Катю на каменную девку. Не обзарился на мое богатство. Испытывала я тебя. Бери своего мастера, Катерина. За верность твою вот тебе мой подарок. Шкатулка моя любимая. Ты смотри, Данила, никому не сказывай, где был. Про мои богатства тоже помалкивай. До времени их никому не добыть. А теперь идите. Ее прихода мы все ждали. Мне казалось, что я больше всех ждал. Но потом, как выяснилось, все ребята были в нее влюблены. Было впечатление такое, что становилось светлее. Или впечатление такое, что играла какая-то волшебная музыка. Что-то такое волшебное происходило. Тамара Федоровна была эталоном, наверное, женщины. Не только для нашей аудитории, для нашей мастерской, но для всего института кинематографии. Может быть, даже я возьму шире, для всего кинематографа, а может быть, и для всей страны. Я помню, что когда вот у меня были какие-то личные проблемы, то совсем было, знаете, не стыдно было позвонить Тамаре Федоровне. У меня были очень много личных проблем. И я приходила к Тамаре Федоровне, и я обо всем с ней не один раз я приходила, потому что у меня никого в Москве не было, кроме Тамары Федоровны. И я с ней разговаривала без стеснения, понимаете, она всегда выслушивала. У них был очень гостеприимный дом, и все там было очень просто. Алис, you're always here when I need you. Алис. Нет, не Айлин, Екатерина, Катя. Катя. Ваше имя, Катя. Understand. Понял. Не надо больше говорить. Я учительница. Да. Вчера умер мой отец. Здесь у меня ничего нет, все там, в подвале. Когда в селе были немцы, мы с отцом жили в подвале. Все село ушло в партизаны. Партизаны. Я знаю, партизаны. А я не могла уйти. Отец был болен. Мы не можем здесь больше с вами оставаться. Каждую минуту могут войти немцы. Да. Да. Алин. Don't worry, darling. I'm still alive.
Get him to come and fix my arm. It hurts like hell. Don't worry, Irene. Darling, I've seen you grow, but I'm alive. It's Nicky. Da-da. Open the door. Mm-hmm. It's Nicky. Садись, Васюков. Вот видишь, Васюков, что получается. Придется мне опять здесь остаться. Живого человека бросить нельзя. Только здесь оставаться вам нельзя, Екатерина Ивановна. У меня указание, во что бы то ни стало, привести вас в отряд. Она к нам очень... так по-матерински относилась, особенно вот, к Николаю Губенко, который, как известно, он из детского дома приехал поступать в ВГИК, поступил, жил на одну стипендию, и неоднократно Тамара Федоровна Макарова подходила ко мне, давала мне деньги, говорит, передай Коле. Методы – это школа Герасимова. Я принадлежу к его ученикам. И очень счастлива тому обстоятельству, что я выбрала себе эту профессию педагогики. Главное, если говорить о том, что, так сказать, является отправляющим началом методики этой школы, это сделать человека, прежде всего, воспитать актера, в актере, вернее, человека. То есть воспитать интеллигентного человека с широким кругозором, умеющего не только выполнять какие-то частные задачи, но участвовать во всем общественном процессе жизни. Потому что только тогда можно получить какую-то отдачу от актера, когда можно с ним разговаривать на равных. И принципом этой мастерской является то обстоятельство, что мы никогда с первого курса не разговариваем с ними, как с маленькими детьми. Никаких, так сказать, скидок. Гости, студенты, это хлебосольный дом. Она прекрасно готовила, она как-то хорошо говорила о еде, могла приготовить и научить этому. Что, вы чай с бутербродами, народ все свой. Проходите, пожалуйста, к столу, я что-нибудь еще принесу. Я вас слушаю. Не надо ее трогать. Я не трогаю, я касаюсь. Касаться и лететь. Стрижа, что ли? Если угодно. Куда, голубчик? А это не важно. Важен процесс касаться и лететь. Лети, брат, лети. Вот именно. Не сердись. Никакого повода. Поссорились. Хозяйка просит дорогих гостей. Да, чисто выполнено. Это как раз по Машиной части. Она человек строгий, жестокий даже. Ну, будто бы я что-то не заметил.
Где ж ты мог заметить? Я же о работе говорю. Да ты знаешь, я и за собой замечаю. Ожесточила за последнее время. Александр Васильевич. Сейчас иду. Садись. Чуть расслабься. Расскажи-ка про себя, как у тебя дела идут? Да как идут? Идут помаленьку. Трудно, конечно. Но если так, я отпущу ее. Она человек. Так в том-то и дело. Жестокое, говорите? Ну, значит, полюбил жестокую. Ну, хорошо. Ты извини меня, я должна идти. А ты еще посмотри, походи здесь, что тебе интересно. Хорошо, спасибо. Забежишь до отъезда? Обязательно. Она не снималась долго, так сказать, в преподавании, но актрисе каждой надо работать, да? Она терпела это все, это могла. И вообще, так сказать, эталон, именно эталон этого, она не похожа ни на кого. Тамара ни на кого не похожа, она всегда особняком, она никогда не кучковалась, не тусовалась, никогда. Но особняком она была доброжелательным. У нее, что бывает чрезвычайно редко, счастливо сложилась судьба. Она была всегда рядом с большим мастером, великолепным мужчиной. Она была крупным человеком, крупными мазками она жила. Она никогда не влезала ни в какие, так сказать, когорты. Она никогда ничего не поливала черной краской. Я это запомнила, это очень здорово. И ее любили очень тонкие души, очень тонко организованные люди. Герасимов выстраивал ей очень разные роли. И она очень такая разноплановая актриса у него. И в этом плане, конечно, ей не нужно было спускаться никуда. Она очень высоко стояла. Она на этом пьедестале редко кто мог рядом удержаться. Здорово ли, князюшка? Благодарствуй, Бог милует. Государыня, матушка, Софья-то в Воздвиженском. Воронож ей. Он мало воевал. Он предпочитал делать свой политик. Он был и лев, и лиса. Он очень обогатил свою страну и разорил врагов. Стыдно мне, как от Соньки ночью бежал в сорочке. Ай, ай, ай. Петя, Петя. Все проходит. И это забудется. Петруша! Все обыскали, государня матушка. А подклеить? Не подклеить. Ну что следом топчетесь? Нигде нет. Господи, страсти-то какие. Все спите, стольнички. Все спите, слуги верные. Дитя проглядели. Никита где? О, Господи, ну что стоите? Бегите, скачите. Царь пропал. Господи Иисусе Христе, царица небесная матушка. Боголюбно поступаете, что от воров уходите. Царя боитесь. И Тамара Федоровна, и Сергей Аполлинарьевич для меня всегда остались на пьедестале. У меня не было времени, чтобы они стали для меня привычными людьми. Они для меня всегда были как
непознанные, понимаете, как люди, которые, которым я поклонялась всю жизнь. Вот. И я была всю жизнь счастлива и благодарна судьбе, что я с ними встретилась. Не было бы такого Герасимова, если бы не было рядом с ним Макаровой. Он был бы талантливым, безусловно, это тоже все от Бога. Он был бы деятельным, энергичным, но, наверное, не таким другим бы был. Ну, я думаю, что если бы не было бы Тамары Федоровны, по-моему, не было бы такого Герасимова, потому что Тамара Федоровна была не только жена, но она была и друг, соратник, и очень ему, конечно, близкий человек. И она очень много делала для того, чтобы он работал спокойно, интересно, и они всегда дополняли друг друга. Если в жизни, перелистывая обратно, есть что-то такое прекрасное, которое я никогда никому не позволю уколоть или как-то так пройтись, не поклонившись, а просто никому не позволю. Это мое святое, это мое очень драгоценное для меня встреча, время. Это люди, которые в огромной степени сформировали вообще меня и человечески, и умение выдержать, терпеливо вынести какие-то вещи, которые Тамара выносила, я видела это. Тебе не дано понять, что я люблю детей до сумасшествия, до боли. Да не та это любовь, не та любовь, не так. Но ты бы лучше поняла, что я не могу в этом доме уже быть, совершенно не могу. Я не могу воспитывать детей так, как их надо воспитывать. Каждый день пытка. Нам надо или развестись, или в корне поломать жизнь. Надо раздать имущество и зажить трудом. Трудом, собственным трудом, своими руками добывать хлеб. Как все люди живут, как крестьяне живут. Папа прав. Если ты уйдешь, я убью тебя. Я тоже думаю, как папа. Я не могу жить без тебя. И о какой перемене ты говоришь? Я не способна это понять. Я не могу с этим согласиться. Ты хочешь разрушить жизнь во всех отношениях счастливую во имя каких-то химер. Ну разве не счастливую? Ведь мы же семья. А семья это труд. Какой это труд? Если ты имеешь в виду мои писания, то я считаю, что это разврат. Торговать своими мыслями ничуть не лучше, чем торговать собственным телом. Труд это другое. Боже мой, о чем ты говоришь? Разве это не труд? Я переписала тысячи страниц, которые читает весь мир. Болтливую дребедень ты переписывала. Опомнись. Ты раздаешь трудом заработанные деньги направо и налево пьяницам и бездельникам. А ты бы спросила, почему? Мама, почему? Не надо, не надо, умоляю. Она была во славе, в почете, в наградах, в материальном благополучии. Которая и в конце жизни, когда уже практически мало что возможно сделать, даже если ты хочешь, она потеряла все. Она потеряла главное – Сергея Аполлинарича, сына, племянницу. Оказавшись просто и материально, и морально как бы раздавленной. Но она потеряла все, кроме достоинства. Все, в общем, не удержались, кто стал вопить, кто стал писать, кто сочинять небылицы про себя, издавая книги. Этого ничего не сделала Тамара Федоровна. Она не кричала, она не писала, она не жаловалась, она как-то удивительно достойна. Справилась со всем. Она не играла. Она в достоинство. Она была очень достойным человеком. Это в себе культивировала. И умерла с этим. Она единственное, что написала,
чувствуя, что приближается конец, письмо Сергею Аполлинаричу. Лёвочка, посмотри, кто к нам пришел. Милости просим, я сейчас. Как будем снимать? Будьте добры, двигайтесь, идите на меня. Весь смысл в движении. Потом подумал, не дано человеку увидеть себя со стороны. Как царей провожали. Пожалуй, это не делает нам чести. А?